Знаете, это очень важные, сильные слова, которые действуют настолько быстро, что после того, как вы их произнесете, вы сразу сможете ощутить изменения. При этом изменения произойдут даже внешние. Девочки и мальчики, это всего лишь 5 слов. Это молитва, которую должен знать каждый человек. И это Иисусова молитва. Запомните, произнося эти слова всего лишь хотя бы один раз в день, вы точно изменитесь даже внешне. Кто же это за слова? Многие люди, к сожалению, не знают. Давайте вместе с вами их проговорим. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот именно вот в таком порядке нужно и говорить. И вы увидите, как в вашей жизни начнут происходить чудеса. Если что-то не получалось, обязательно изменится. Если в вашей жизни были проблемы, они обязательно решатся. И в тот момент, когда вы больше всего этого не будете ожидать. Так что пользуйтесь во благо. Помните, каждый день, хотя бы один раз в день, эти слова нужно произносить. Всех вам благ!